Дознавателем полиции окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 15-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления грабеж. В октябре минувшего года в дежурную часть полиции Ленинска-Кузнецкого обратилась местная жительница. Она сообщила, что у ее 10-летнего сына на улице неизвестный похитил мобильный телефон. Сумма причиненного ущерба составила 10 500 рублей. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили грабителя. Им оказался 15-летний местный житель. Полицейские выяснили, что по дороге в школу злоумышленник напал на ребенка, сбил с ног, вытащил телефон из кармана и скрылся. Задержанный дал признательные показания и пояснил, что похищенный гаджет планировал оставить себе для личного пользования. Полицейские изъяли телефон и вернули законному владельцу. В настоящее время материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания 4 года лишения свободы.